Здравствуйте! Это рубрика «Справочник соотечественника», и сегодня мы расскажем о всемирных играх юных соотечественников. Всемирные игры юных соотечественников – это международные спортивные соревнования, которые проводятся для русскоязычных детей, проживающих за рубежом. Мероприятие считается одним из наиболее масштабных и резонансных проектов для молодежи диаспоры и проводится в целях укрепления дружбы детей и подростков из разных стран мира, пропаганды физической культуры и спорта и содействия реализации государственной политики, направленной на поддержку соотечественников. Организаторами молодежных состязаний являются Россотрудничество и Всероссийская федерация школьного спорта совместно с Министерством спорта и Министерством образования и науки России. Игры проводятся в разных городах ежегодно, начиная с 2015 года. В соответствии с положением соревнования проходят по 7 видам спорта: баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, плавание, мини-футбол и художественная гимнастика. Помимо спортивной составляющей, программа игр содержит и культурно-образовательные мероприятия. Организаторы знакомят ребят с достопримечательностями города, в котором проводятся состязания, устраивают интеллектуальные и творческие конкурсы и знакомят детей-соотечественников с ровесниками из России.